Так, так. Сейчас я хочу рассказать насчет того, как менять бензиновый фильтр на Opel Astra 95-го года выпуска. Значит так, фильтр сам, бутылка вылетела. Фильтр сам на корпусе держится вот этим вот винтиком. Хомут затянут на вот этих вот хомутах. Штанги затянут. Заранее сам фильтр, и плюс беру один или два хомута новых на всякий случай, потому что эти хомуты могут подгнить, и потом со старыми лучше иметь при запасе при себе новые хомуты. Обратите внимание на то, как расположен этот фильтр. Основной фильтр, он стоит вот так, не вот так, а вот так по ходу машины. Это, по-моему, стоит с правой, с нижней стороны. То есть машина перед у нас, это у нас задняя покрышка. Вот. Вот так. Это задняя покрышка. Вот. Значит, когда я его снимаю, обязательно это, не обязательно, обольешься бензином, это 100%, так что сам процесс снятия я не буду снимать. У меня заранее приготовлена бутылка. Я ее подпихну под этот, вот, под этот шланг. Отсюда пойдет очень много бензина, но и самого фильтра тоже, но это ерунда. Но, как говорится, обольешься бензином, это 100%. Вот сам новый фильтр. Не знаю, может кому-то интересно, может разница особо. Пользуюсь маленькой головкой на 8, для этих хомутов удобно.